В деревне Копачи Мстиславского района находится самый высокий ветряк в Беларуси. Его высота 142 метра. Это примерно как высотный дом в 50 этажей. Локация выбрана не случайно. Это самая высокая точка в районе. Она видна из любого места и самая ветреная. Мощность этого ветроэнергетической установки 3,4 мегаватта. Для сравнения, потребление, мощность, потребляемая Мстиславским районом, 3,2 мегаватта. То есть этого ветряка, при условии, что он постоянно работает, вполне достаточно, чтобы закрыть все потребление Мстиславского района в электрической энергии. К слову, в Могилевской области расположено больше половины всех ветряков Беларуси. Также в регионе уделяют внимание энергии солнца. Недалеко от ветряка-гиганта в соседней деревне работает солнечная модульная станция. Почти 5000 панелей на 4 гектарах черпают энергию солнца, чтобы потом отдать ее в энергетическую систему страны. Подобных установок в Могилевской области 22. Новые технологии, они позволяют уменьшить нагрузку на окружающую среду на выпуск единицы продукции. Список возобновляемых источников энергии, действующих на Могилевщине, сегодня большой. Энергию от природы мы получаем с помощью ветряков, солнечных станций, гидроэлектростанций и биогазовых установок. Так, почти 10 лет в Кировском районе действует самая большая, самая мощная биогазовая установка в стране. Мы используем для собственных нужд половину тепла, нам достаточно. А излишки мы отдаем тепличному комбинату. Допустим, тепличный комбинат, летом не используя природный газ, а мы своим теплом обогреваем. Мы также вот построили новую ферму, которая полностью обогревается от тепла нашей биогазовой установки. Промышленность развивается, а технологии идут вперед. Так почему бы не взять взаймы у природы немного ее сил и энергии сейчас, чтобы потом для будущих поколений вернуть ее сторицей?